Всем привет! Это с вами Стасики и компания. И я с вами. Сегодня мы рыбачим на водохранилище, а если быть точнее, у 4-го перепаля. Здесь идет канал, в который заходит водохранилище. Приехали раненько, еще темно было, снимать не могли. Именно саму дорогу. Под фонариком все делали, аккуратненько. Ловим чисто на удочке. Вот они перед вами. Приехали мы сегодня. Я и мой брат Леха, вон он сидит. Поймали уже где-то штуки 4 карася и 3 леща. Ночи здесь уже холодные. Где-то градусов 12 всего лишь. Тепла, а днем хорошо, где-то 30-32-33. Ловим на эти вот удочки, именно со дна, грузило скользящее, поплавок тонущий, то есть при поклевке поплавок у нас тонет. Ну а при хорошей поклевке, то рыба еще и поднимает вместе с грузилом. Стоит оливка у нас 6-граммовая, ну а дальше уже идет снасть. Ловим мы сегодня на кукуруза бандюэлька. Это у нас перловочка в панировочных сухарях. Здесь нужна тишина, аккуратненько, солнышко уже вышло, поэтому будем сидеть рыбачить. Ну а дальше что покажет, то покажет. Вода уже начинает тепло отдавать, пар стелится по воде, легкий бриз такой, ветерочек. Канал нездоровый, я имею в виду по ширине, где-то от силы 40 метров, не больше. Это русло канала. Вот глубина здесь приличная, где-то получается 4 метра. Закидываем, удилище у нас 5 метров, ну и еще плюс 5 метров до поплавка, и от поплавка вниз 4 метра. Вот, плюет именно со дна, в дальнейшем будем пробовать на подвесную, ну посмотрим. Вчера вечером, где-то часиков, наверное, 8 вечера, сюда специально подъехал, подкормил это место. В прикормку шла никаких там магазинных добавок, ничего, чисто каши. Разные каши. Ячневая, перловая, пшеная, гороховая. Все вместе это смешали, сварили. Вот она остыла, то приехал, подкормил. И вот сегодня с утра приехали на это место. Пришлось приехать пораньше, потому что могут места позанимать. Это ж не подписано, что оно твое. Это не север. Здесь рыбу подкармливать нужно, чтобы она крутилась в одной и той же точке. Давайте будем рыбачить и будем смотреть, что у нас сегодня из этого получится. Ждем хорошую рыбу. Хотим поймать карпа. Небольшого такого, хотя бы 5 килограмм. Да, ребят, не думайте, я ни о ком не забыл. Ваши видео просматриваю на планшете. В нем я не зарегистрирован, поэтому, естественно, комментарии я вам не ставлю. За что прошу прощения. Ну и смотрел свой канал. У меня там уже 1009 подписчиков. И как обещал, ребят, я хочу рассказать, почему же все-таки 100 фети. Так вот почему. Моя фамилия Столяренко. Я взял из своей фамилии первых 3 буквы.
100. У моей Марихи фамилия Федорова. Я у нее из фамилии взял тоже первых две буквы. Итого получается Фе. И наши друзья, любимые, это Тихоновы. Юрий Иванович и Ольга. И вот именно из их фамилии взял тоже первые две буквы. Это Ти. Итого, смотрите, что получается. 100 Фе-Ти. Вот так я и назвал свой канал. 100 Фе-Ти. И компания, это значит остальные мои друзья. Это Николай Баранцов, Николай Корытов и так далее. Ну, а на этом мы заканчиваем рыбалку. Уже буквально где-то 12:00 дня. Поэтому рыба перестала клевать. Мы собираемся и в путь дорогу домой. Смотрите нас, ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч! С вами был канал 100 Фе-Ти и компания, и я Саня. Пока!